Сегодня я вам расскажу, как папа сделал батарейку. Он нашел банку, насыпал туда золы, потом пепла, потом угля, потом гайку туда засунул. Сначала он намотал проволоку на гайку, потом он туда эту гайку засунул. И крокодильчик уцепился за край банки, а штырёчек электрический к проволоке, которая торчала из банки. Вот все я вам рассказал про батарейку, которую сделал папа.